Мы находимся у станции метро Могилевская, где буквально через 10 минут начнется обкатка нового Штадлера. Пойдем посмотрим. Сегодня уже не первый день, когда поезда «Штадлер» следуют по действующим линиям Минского метрополитена с пассажирами. Делается это прежде всего для того, чтобы наши машинисты получили более уверенную практику, следование по маршруту уже с пассажирами. Всего по договорным отношениям на службу метрополитена, как вы сказали, поступит 10 составов. Прекрасное ощущение, замечательный поезд. Я считаю, что наши ребята потрудились на славу. Наступная станция Автозаводская. Осторожно, двери зашиняются. Next station is Автозаводская. Please mind the closing doors. Да, отличный поезд, хороший, приятный. Главное, что не шумный. Парни, можно я между вами сяду? Извините, я разобью вашу пару. Мне очень жаль. Так, ну скажите мне, как вам вот бесшумность новых поездов? Что вот можно общаться и слышать друг друга, не разрывая свой чопор? Это, на мой взгляд, это самое основное преимущество, самое главное преимущество новых составов, потому что, в принципе, все остальное, мне кажется, меркнет на фоне того, что мы можем спокойно говорить и не задумываться о том, что это метро, а не какой-то современный поезд. Еще одна фишка нового Штадлера – зарядка USB. И мы не поленимся и специально для вас посчитаем, какое количество. Мы насчитали 13 зарядок, и каждая из них имеет по 2 USB-порта. Заряжает? Интересная особенность данного поезда еще в том, что в голове поезда есть специальный откидной трап для эвакуации людей в экстренных ситуациях. Действует как телескопически, в общем-то, он спускается прямо, допустим, если вдруг нужно на пути, открывается часть головы поезда, телескопически выдвигается трап, по которому могут сходить пассажиры для экстренной эвакуации. Надеемся, таких никогда не будет в ситуации. Данный поезд уже введен в эксплуатацию, это уже действующий поезд. Из плюсов я бы отметил как раз-таки разделение между сиденьями. За счет этого люди стоящие, они не смогут опираться на плечи сидящих людей. Также в новых составах есть специальные места для людей с ограниченными возможностями. И это, безусловно, плюс. Как вам новый состав? Супер. Классный поезд, просто замечательный. Мне очень понравился. Красивый, уютный. Смотрю, целиком сделаны вагоны, что комфортно будет стоять между вагонами, больше места. Наступная станция Купаловская. Это пересадочная станция, которая обозначена двумя огоньками, красным и синим. Данные поезда оснащены системой автоведения, но пока она не применяется. Вот мы обкатали новый Штадлер, все 14 станций мы проехали в комфорте, в тишине и в очень приятной компании довольных пассажиров, которые рады таким новинкам и, конечно же, ждут новые составы в нашем метро.